Нифига себе, вытащи его наружу. О, два. Ядрит, ну, засунь руки вот сюда, вот, вот как я. Да он ее сейчас съест. И съест. И подтащи. Сейчас. Себе честь. Вот это. Сейчас. Ой, Соня, он тебя сейчас укусит. Да не пусть, то... Блин, зачем ты его берешь? Нет, он сопливый. У него вроде кровь на морде. Вот, вот. Это не... Нет, это усы. Это усики. Он же на суше. Нет, это кровь. Они с ним кусали. Выдавливаю, выдавливаю. Выдавливаю и туда. Кровь, да. Да стойте. Стой. Она его режет. Направляю. Просто направляю, я его давлю. И туда его. Сейчас мы туда. Ну, это сынок. Какой сынок? Помнишь, дед привозил? Это, наверное, мать. Угу. Мать тех всех самов. Та самка, точно. Да, она, видишь, какая пузатая. Нет, сюда ее. Ты думаешь? Да. Значит, это папаня? У нас леуцист. Он уткнулся в сетку Сони. У него такие колючки. Ну, попадаем или нет? Да. У него во рту веревка. А, все, все. У него эти иглы. Освободили. А тут кто? Че, это лягушка. Заметь, она какая-то полупереваренная. А, ткань отрыгнули ее. Думаешь? Сняла лягушку. Полупереваренную. Да, трудно их одному вытаскивать. Я бы один не вытащил. Вот только так, направлять туда вот так. Черный порезал, белый. Белый порезал. Ну правильно, они там честно, они там просто механически победили. Да, самок снимать надо. А? Слушай, какой же он огромный оковалок. Его надо было на траву положить. Какие 50? Это не 50. Сантиметров 70.